Добрий ранок, ми з України. Перш за все, я хочу виразити свою вдячність і низький уклін тим хлопцям, та, мабуть, і дівчатам, коротше, Збройним силам України, силам територіальної оборони, силам протиповітряної оборони, силам спеціальних операцій за те, що в мене ранок, в мене є ранок, і за те, що моя родина сьогодні змогла нормально поспати, і я зміг теж трохи відновитись, поспати. За це вам, хлопці, низький уклін. Тепер перейду на русский язык, потому что все вот эти мои блоги, они рассчитаны прежде всего на жителей сопредельных государств, скажем так, на моих зрителей русскоязычных. Десятый день, значит, сегодня. С момента вероломного нападения путинской России на Украину. Что я хотел сказать в этом влоге? Мы держимся, наши войска держатся. Кривой Рог усиленно, как и вся Днепропетровская область, готовится к обороне, как снаружи, так и внутри. Каждый, буквально, вот как сказал наш президент там и перед войной еще, да, что в нас будет стрелять каждое вікно. Так оно и будет практически. Российским оккупантам здесь не рады, это факт. Но вот что я понял, что я для себя понял, что я действительно, вот у меня называется влог гражданского человека. Я действительно гражданский человек, у меня не хватает... Армейская, я не служил в армии, уже говорил об этом. Вот, к сожалению, не хватает у меня армейской подготовки, не хватает, я понял, каких-то знаний специальных, навыков. И в конце концов у меня даже и оружие, оно, в общем-то, исключительно гражданское. Его тоже можно использовать. И, кстати, на украинских блокпостах, да и вообще там, где сейчас враг близко, где сейчас идут бои с врагом, с русскими фашистами, там очень успешно действуют охотники, и за это просто берет гордость. Я оказался... Иди ко мне! Ап! Я оказался вот просто в городе, и у нас тут еще такого врага нет, поэтому нет пока необходимости так и нет возможности так вот действовать, как там ребята. Но просто за них берет гордость. Но об этом будет отдельный влог. Так вот, стоят там даже с переломками, но тем не менее, что я понял еще? Что мне нужно другое оружие, и после войны, при первой же возможности, я приобрету себе другое оружие. Пускай тоже гладкоствольное, но это будет помпа или полуавтомат, скорее помпа, и не одна. Я понял, у меня нет снаряжения. Вот у меня сейчас разгрузка, но это, пожалуй, все, что у меня есть, так сказать, тактического. Разгрузочка у меня вот такая. Я в ней хожу, охраняю тут свой дом, улицу. И, конечно же, после войны я обязательно сразу же запишусь на какие-то курсы по, там, как это называется, тактическая там стрельба или как это, я не знаю. Какие-то военные или околовоенные, для того, чтобы получить определенные знания, навыки, которых мне так не хватает и которые могут очень пригодиться. Десятый день. Чернигов равняют с землей, Харьков равняют с землей. Многие города поменьше и села тоже горят. Их просто сравняли с землей русско-фашистские захватчики. И вот знаете, если еще там вот пленных этих показывают, россиянцев,
молодых там пацанов, солдат, 2000 года рождения, и они не понимали, куда они едут и так далее. Я еще в это могу поверить. Но когда показывают, блин, кадрового офицера, который рассказывает, что он не знал, что он не понимал, то, блядь, я в это просто не верю. Что еще могу сказать? Что на сегодняшний день у меня вот есть такое чувство двоякое. С одной стороны, мне не хочется, чтобы сюда пришли русские оккупанты, потому что первой сюда придет их артиллерия, а потом они, прикрываясь, возможно, даже военнопленными или там захваченными где-то женщинами и детьми, будут пытаться прорваться в наш прекрасный город. С другой стороны, мне очень хочется убить пару-тройку этих оккупантов, отрезать уши и повесить их себе на шею в качестве коллекции. Ну, на сегодня пока все. Я эту ночь хорошенечко отдохнул, восстановился сегодня, еще восстановлюсь и завтра снова волонтерить. Как я говорю, не берут в теру, пойду в волонтеры. Вот. Много физической работы требуется в тылах, поэтому помогаем родине, чем можем.